Здорово всем, ребят, с вами Хилхёрдс, и это у нас Экзанима. Снова арена. Так, чуть-чуть подзабыл управление. Короче, что у нас изменилось? У нас появилась вот эта суперсексуальная мадемуазель Ниока. Глядите, какая она жесткая. Единственная проблема, у нее только на ранге адепт. Вот видите, какой эквип. Очень серьезный. Разваливает только так. Так, ну что тогда, закрываем. Эти у нас немножко отбитые, немножко побитые. Ничего, разберемся. Так, поехали, пару боев проведем. Фрей и Непт. Кто у нас может пойти? У нас может пойти вот Миша. Давай, Мишаня. Настало время раздавать люлей. Так, задний ход. Так, так, так. На Мишаню согрелись двое, но Мишаня не пальцем деланный. Мишаня оббегает всех врагов. Так, сейчас будет крысить. Миша, надо прокачаться. Бам! Мишаня пошел. На! Иди сюда, Мишаня, говорит. Ну-ка, не уходи далеко. Говорит, я во дворе тут грозой школьников был. Вот так вот, видал? После школы приходил. И говорит, почему ты мне, Серега, списывать не давал? Я, может, впрочем, двойку из-за тебя получил. Опа, сразу минус два. Так, текаем. Мишаня тактически отступает. Так, Мишаня выбирает более выгодную позицию. И сейчас будет пытаться развалить сразу двоих. Так. Женщина очень злая. Возможно... Она против того, как их изображают в текущих фильмах. Так, так, так. Немножко Миша отступает. По ногам будет бить Миша. Видали бы хотел этот бэкфист сделать. Ну, по факту не бэкфист, а не знаю как. Удар сзади палкой будет. Так, ребят, я немножко не разогретый, поэтому у Миши проблема с управлением, вы понимаете. Так, ну все, собрались. Машем. По горбу сейчас этой мадаме дадим. Почему они друг против друга не хотят, я вот понять не могу. Вот так, мужик, спасибо. Немножко помог, но плохо помогаешь. Почти бабищу зарезал. Безумец. Так, все, женщина на него окрысилась. Говорит, это моя квартира. Упс. Как бы этот Мишка сейчас не отъехал насмерть. Опа, ну все, ребята. Сейчас они друг друга немножко порежут. И мистер Михаил заберет последнего. Ну или последнюю. Я бы даже не знаю, кого хотел, чтобы победил. Они вроде оба накиданные, так что тут уже дело случая, так сказать. Ну кто, давайте. Ну давайте, еще ударчик. Ну, женщина неплохо так мачетом машет. Видно то, что она главенствует на кухне. Отлично, мужик. Просто лучше. Ну давай, все, теперь. Теперь-то мы нормально. Подеремся по-честному. Смотрите, он жесткий парень. Просто в угол зажал меня. По ногам буду бить. Слушайте, он вообще бессмертный, что ли? Ой, странно, должно работать. Просто чтобы нормальный урон проходил, надо кончиком палки бить, вот примерно так. Видите, одно точное движение по голове и все, никто не может устоять. Так, ну и насколько я помню, у нас Миша прокачался, у меня бабла вообще нет. Так, Мишаня, давай мы тебя возьмем вот этот скилл. Я не знаю, что это значит, пусть будет так. Класс, сколько у нас монеток. У нас вообще ничего нет, будем наращивать темп. Так. Скирмиш. Можно, кстати, пойти, если у нас готовы все. Торвин, Хелани. Давайте дядя Андрей постарается затащить. 4 монеты? Это все-таки не шутки. Слушайте, а давайте лучше на аспиранта сходим. Вот так, мне кажется, мы затащим. Так, собрались. Ну, если сейчас все нормально, то мы быстренько победим. У него, кстати, крутой тесак. Есть там дешевый тесак, а есть дорогой. У него очень дорогой тесак. Так что надо быть с ней поосторожней. Ну, какая разница, какой у тебя тесак, когда тебя в два ствола разрывают, правильно? Ой, нормально я своего приголубил. Дядя Андрей, ты зачем своих бьешь, а? Просто парню не повезло, как бы его после этого не убили. Нормально, прям. Ребро, по-моему, я слышал, как треснуло. Так, 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 не могу, нормально, она очень грамотно двигается. Не давай мне возможности обойти ее. Слушайте, а как она еще стоит? Я прям неплохо так прилетела. Слушайте, она бессмертная, что ли? Не та кнопка. На пробел, все, вспомнил управление. По ногам надо дать, не получилось. По ногам. Отлично. Просто подсечка, ну нормально. Дядя Андрей умеет подсечки делать. Молодец, мужик. Так, кто у нас дальше? Оу, давайте сходим. Только вот вместо... Блин, они могут умереть. Я думаю, это того стоит. Поехали. 8 серебряных можно поднять. Если все пройдет как надо. Слушайте, а это, по-моему... А почему я в койфе? Я понять не могу.
странно. Мужик, иди сюда, далеко не отходи. Бам! Просто ошибку ты совершил. Слушайте, он меня вообще ни во что не ставит. Понимаете, что это значит? Это значит легкая победа. Может, не очень легкая. Так. Неужели мою зарубили? Я просто недавно нового бойца нанимал и немножко не помню, как он выглядит. Упс. Так, Андрюха, ты чё позиции сдаешь? Так, Андрюха. Спиной, нормально. Бам! Сейчас по горбу ей дадим. Как она увернулась? Наверное, просто Андрей Петрович очень высокий для этой женщины. Вот, нормально, минус затылок. По-моему, у нее минус зрение должно быть. Потому что вроде как там нервы, отвечающие за зрение, находятся. Ну, ударь же ты ее. Андрюха, давай по горбу. На, просто похорони, давай. Ну, давай по горбу. На, не попал. Почему ты не попадает, Миша? Точнее, не Миша, а Андрюша. Бам. Просто затоптал ее. Посмотрите, массой давит. Ну, все, хорош. Так, ну это враг последний, да? Сейчас его просто в стенку воткнем. Нормально. Андрюха сейчас столько импакта в этом бою внес. А кто его убил? Вроде наши все должны были быть на ногах. Посмотрим, прокачался ли кто-нибудь. Никого. Монеток у нас сколько? Монеток у нас вполне себе неплохо. Так, ну... Конечно, можно сходить вот вместо Хела не поставить Товина за одну 8 монеток. Давайте попробуем ради интереса. Раз такой кураж поймали, прям реально разваливаем просто кабинеты всем. Бам, нормально, хороший разменчик. В мою, так сказать, пользу. Просто роняем всех. Не зря Андрея взяли. Он с нами с самого начала. И до сих пор держит, скажем так, планку. Уровень задает всем нашим бойцам, показывает, кто здесь батя. Кто тут на заводе побеждал? Иди сюда, на. Не попадает. О, гляньте, оказывается... Ой-ой, не знаю, как он устоял. Дядя Андрей, стальная челюсть, просто его звали на заводе. Вот так вот. Отлично, минус один. Кто там еще остался? Слушайте, моего напарника развалили. Нормально. Ты там не вставай, хорошо, красотка? Как же она мансит, вы только посмотрите. Ну отлично, отлично. Я просто давлю ее массой. Подхожу и выбиваем дурь с нее. Слушайте, она нормально там держится. Но... Удар по коленкам еще никто не мог пережить после Андрея Петровича. Ну, сами понимаете. Это жестко, это больно, это опасно. У нас все живы, и дядя Андрей теперь адепт. Господи, где мне столько монеток взять? Так, Андрюха, давай мы тебя прокачаем. У тебя осталось только дуал флинт, ты не будешь дуальником. Давай вторую броню, потом третья и норм. Да, все-таки, слушайте, черный топор стал. Офигеть. Нормально, хорошо, клозаем. Что у нас попаем? Еще один скирмиш. Ну блин, ну неужели так хорошо пошло, и мы дальше сможем побеждать? Давайте ради интереса на дуэль кинем вот Ниоку. Она все-таки у нас адепт. Она уже экспертом стала, офигеть. Давайте посмотрим, сможет ли она затащить. Так, у нас очень два подготовленных бойца. Она просто как чертяка с этим мечом обращается. Но только не сегодня, давай. Отлично. Но... Шлем у этого господина очень хорошо держит урон. Немножко не хватает длины меча у нашей Ниоки, но ничего. Так. Ой, очень неприятный удар по ноге. И не менее неприятная ответка по плечу. Но вроде пока держатся бойцы. Я бы даже не сказал, что они осторожничают. Они, по-моему, безумно машут мечами. Тем не менее, просто отсекла ему артерию. Молодец. Плюс 4 монетки. Ну, наверное, 3. Так, сколько у нее хпшки? Она почти не почувствовала. Так, челленджер, дуэль, The Beast, ну на Беста я не готов идти, адепты, даблс, ну блин, мне кажется, на адептов мне рано идти. Давайте дуэльку пойдет у нас Андрей Петрович на аспирантскую дуэль. Я надеюсь, он сможет справиться, так? Ой, у нас вообще какая-то полуголая женщина против нас, или мужчина, очень тяжело здесь разбирать, кто есть кто, к сожалению. Так, сейчас камеру повертим. Так, Андрей Петрович, не хочешь сделать знаменитый удар по ногам? Отлично. А теперь удар слева. Не получилось. Обманывает Андрей, обманывает просто. Как хищник заманивает жертву в ловушку, так и он. Готовит свой смертельный удар по горбу. Вот и все. Господи, ну это был супер стильный бой. Так, мне кто-то пишет, прошу меня извинить сердечно. Так, все, минус звук, и я готов. Так. Что у нас еще из интересного есть? Дуэль. Слушайте, адептская дуэль. Ниока, настало твое время. Поехали.
Кто теперь на этот раз? По-моему, тот же самый, только это вроде женщина. Женщина с кувалдой против женщины с мечом. Кто кого? Так, пока Ниока доджит. Доджит как царь. По-моему, удар в шею, но броня держит. Так. Пока что нашего соперника спасает броня. Ой-ой-ой. По-моему, у нашего бойца минус 2 ребра. Вроде держится. Стоит боец. Нормально, машет мечом, как у горелой. Ну, конечно, разъярилась она. Так, держится. Давай, Манси. На. Отлично. Хороший удар по груди. Отлично. Господи, она просто унизила. Даже крови не было у соперника. Но, тем не менее, мы победили. Кто-нибудь прокачался? Пока что нет. Сколько монет? 3 монетки. Так, теперь можно покупать одеяние уже для адептов и экспертов. Но оно такое дорогое. Я пока что не готов. Пока что копим, ребята. Так, дабл. Сдавайте, у нас пойдет. Ниока не пойдет. Пойдет у нас Хелани. Она жесткая бабища. И дядя Андрюха. Сейчас всех развалят. Залетят на огонек. Так. Ну что, мои хорошие? У тебя топор. Топор тебя не спасет, мой мальчик. Андрей Петрович что-то это занервничал и не смог совершить хорошую атаку. Вы видите, мы его просто похоронили. Двойной удар. Отлично. Так. Без потерь завалили первого. Сейчас второго. Так, как же он мансит, господи, крутится как черт последний. Так, сейчас, не могу попасть. Андрей Петрович выжидает, ищет хорошую позицию, чтобы нанести сокрушительный удар по мениску врага. Не получается, она очень быстрая для меня. Нормально, отлично. Супер комба, ну просто супер, отлично. Хорошая работа, ребята, так держать. Так, прокачался ли кто-нибудь? Никого. 2-4-6 Illumination. Знаете, я хочу разок попробовать. За 6 можно получить целую одну. Андрюха, в принципе, готов к бою. Я думаю, пятерых Андрюха сможет одолеть. Хотя вот первый уже очень мощный противник. Нормально. Минус коленка. Держится враг. Смотрите, просто держится. Хотел по горбу, но не вышло. Так. Сейчас камеру повертим. Андрюха, ты чего делаешь? Кидает себя вперед, на амбразуру просто. Нормально, слушайте, он массой давит просто человек. На опыте, шепота у него больше. Нормально, как он стоит еще соперник наш. Просто уже коленки у него подкашиваются, но тем не менее дерется, настоящий герой. Боец. Все, похоронил. Отлично, первый есть. Без потерь. Второй кто? Второй у нас более милишник, чем мы. Вот таких ребят я не очень люблю, потому что тяжело с ними драться. Ну, Андрей Петрович и не таких разматывал. Когда на заводе за обед дрался, знаете, как тяжело было ему? Не. Он умер? Не, нормально. Но это ненадолго, ребята. Сейчас мы... О, господи, удар по сиське, сухожилия разрезал грудные. По-моему, я вижу, как у него ребро торчит. Господи, как же этот черт со своей хренью напрягает Андрея Петровича. Ему потом 3 недели восстанавливаться после этого поединка. Нормально, так. У Андрея Петровича чешется нос. Прошу его простить. Так. Бэм. Ай, Андрюха, держись, Андрюха. Он ничто, ты чемпион этой арены. Один хороший удар в голову. 2 хороших удара в голову. Да что ж такое, не попадает. Бойцы осторожничают, потому что знают, что последний удар, каждый удар может оказаться последним. Поэтому максимум осторожности. Сейчас похоронный. Андрюха, давай. Нет, смотри, Андрюха, он стоит. Ударь его. Просто откидывает дубинкой своей. Отлично, красавчик. Так, держать мое уважение, мое почтение лучший. О, щитовики, как же Андрей Петрович их не любит. Господи, вы бы только знали. У него пунктик против щитовиков. Он их просто за нелюдей считает. Ай-яй-яй, Андрюха, держись. У тебя хорошие доспехи, ты можешь победить эту негодницу со щитом. Ой, Андрей Петрович теряется, оконтужен. Бэм. Все. Не знаю, откуда идти. По-моему, это проигрыш. Ну вот, второй соперник оказался опасным, сложным. Нормально, прям по горбу ей дали. Очень сильно мы ее закручиваем. Так, собрались. На свет давай. И хороший удар в голову. Сможет завершить этот бой? Не получается, пока не может завершить. Нормально, просто, по-моему, рукоятка ей дал по горбу. Бэм, стоит еще, смотрите. Хорошо, пока держимся. Ну нет, хорошо, что живой. 6 серебряных, фиг с ними, бывает и не такое.
Просто как-то, знаете, не задалось, я бы сказал, не задалось. У всех бывают плохие дни, надо это понимать. Так, Illumination, нет, без вариантов. Даблс, но Андрюха пока не готов. Хотя на инепте, знаете, мне кажется, пойдет Торвин и пойдет, допустим, у нас... Ох, давайте Мишаня пойдет. Я думаю, Мишаня сможет затащить. Хотя Мишаня голенький у нас. И не такой сильный, как Андрей Петрович, но тем не менее. У нас есть боевая женщина, которая должна помочь нам. Ну хотя Миша получает с топора в голову и очень боится уже соваться под мечи. Топоры, хорошо, минус один. Вот если женщина... Ой, господи, смотрите, как он просто... Боевая ярость включилась у Михаила. Господи, вы смотрите, он раскидывает их по арене. Он учился у Андрея Петровича, по-моему. Как же хорош этот господин. Один-двоих ушатал, просто унизил. Низверг до атомов, как говорится сейчас у нас. Так, Illumination, я не готов, как оказывается. Вот, давайте у нас кто-нибудь пойдет. Давайте вот этот мужик пойдет на кулаках биться. Я надеюсь, он затащит. Потому что я вот вообще не умею на кулаках. Итак, ковбой против фермера. Ковбой наносит первый удар, фермер отвечает, не попадает. Ковбой бьет плечом, дает хук, получает по лицу. Опять ковбой страдает, пока что равный бой. Отлично, ковбой проводит двоечку, троечку. Немножко получает. Еще получает. Ковбой, давай. Фермер должен знать свое место. Но фермер целый день трудился на поле, очень устал и дает очень хорошую комбу. Осторожничают соперники и передыхают. Но все-таки ковбой сумел. Хорош, красавчик, мое уважение. Так, кто следующий? Рей не хочу. Вот дабл, смотрите. Но дядя Андрей не готов. Аспирантский дабл. Давайте. Вместо этого пойдет Егорка и, надеюсь, мы затащим. Так, о, Егор хорошо одет. Так, по погоде, так сказать. Первый удар не прошел, это плохо. Все, мы сосем. Еще да, пошло все не так, ребята. Не получается у меня с этим кривым крюком драться. Вот это настоящий фермер. Беру слова назад, то что в прошлом бою был фермер. Я просто что-то не пойму, вроде крюком надо бить, а он не бьется. Так, собрались. Где хитбокс у этого оружия, мне вот интересно. Не, просто смотрите. Кидается на вилла, защищает, впитывает их в себя. Ну, у соперников преимущество. Егор у нас толстенький, и врагам легко по нему попадать. Враги этим пользуются. Видите, широкими размашистыми ударами бьют и побеждают нас. У нас еще есть жесткий щитовик, который готов соснуть так же, как ужасный бой. Не будем зацикливаться на этом. У всех бывают неудачи, ребята. Никто не прокачался, зато все живы. Так, даблс, хороший даблс. Мне кажется, дядя Андрей должен делать грязь, потому что вот эти ребята не могут. Они бы рады, но не могут, вот понимаете, нет у них запала этого. А вот смотрите, что творит Андрюха. Просто заходит к ним в тыл и разваливает им кабинеты. Просто говорит, уходи, ты не умеешь играть в эту арену битву. Ух, ни хрена себе. Очень больно было. Мы вроде держимся. Пока что очень туго идет. И каждый удар может для Андрюхи стать последним. Но Андрюха не пальцем деланный. Андрюха умеет комбить. Отличный удар по голове. Еще один, и враг упадет. Вот это похоронный. Отлично. Так, там у нас как дела? Где мой? Я не помню. Мой, по-моему, вот этот. Ни по кому не попал, ну и хорошо. Не могу попасть. Главное своего не убить. О, вот это Андрюха прям со спины подошел. Некрасиво, но эффектно. Даже не то, что эффектно, а сколько эффективно. Так, у нас есть адептские перчатки, которые стоят как космолет. Господи, что? Что-то очень дорогая рубашка. Ну ладно. Так, что у нас из хороших боев есть за хорошую цену? У нас со зверем есть, но зверь нам пока что не по зубам. У нас есть кулачный бой на кулаках. Хорошо сказал. Давайте ради интереса посмотрим. А, стоп. Это 3 на 3, это не то. Очень странный бой. Давайте тогда просто Фрей, самый первый, и пойдет туда у нас Михаил. Так, вроде на нас не сагрились, на нас глупенькая женщина сагрилась. Ну, сейчас мы быстро скинем с хвоста, вот так вот, профессионально. Скинули, да? Хорошо.
И будем, так сказать, немножко крысничать. Ой, первый уже зарублен. Бам. Потихонечку. Отлично, бабище сейчас дадим по лицу. Она уже поняла, что мы против нее. Нужно срочно отступать. Куча мала, ребята. Все, как я люблю. Прям как у нас на деревне. Бэм, не получилось, не попал. Нормально, ток-ток-ток. Просто рубят палками, вы посмотрите, что тут происходит. Главное не заходить на камни, просто скинул ее. И зарубили, лол. Слушайте, вот это ты подлая баба. Она просто пока что падала. Это существо подошло и зарубило ее. Ну, ударь по горбу, давай, она должна быть наказана. Такое нельзя оставлять без внимания. Отлично. Миша, кстати, реабилитировался. В прошлых боях он себя похожее показывал, а сейчас делает класс. Что-нибудь у нас из брони интересного? Ух, какой сексуальный шлем. Знаете, наверное, нужно покупать шлем хороший и хорошую броньку нагрудную. Очень дорогой вход. В целом мы можем затащить. Например, поставить сюда Хелани. Она фуловая. И дядю Андрея. Ну, дядя Андрей может... А, стоп, это... По рангу не подходит кто-то у нас, да? Странно, а почему? Должен же подходить. Ну, давайте так попробуем. Почему Хелани не... А, все, нормально. Так, дядя Андрей, мне кажется, это проигрышный. Ну, целую золотую выиграть я бы хотел. Так, давай по одному. Бам, не подходите, я опасный самый здесь. Глупая женщина, ты че бежишь вперед, батьки, а? Дядя Андрей сейчас вам покажет, как тут делается игра. Отлично, по почечке. Еще разочек бы ударить по почке. Так, давай, раз на раз, красотка. Нормально. Андрюха, держись, Андрюха. Держаться, держаться, держать строй. Бэм, нормально. Небольшой хук. Андрюха, короче, просаживается по хп неприлично сильно. Двоих агрит на себя. А, потому что нашего одного заразили, да? Ну, бывает. Хороший удар по голове. Господи, какая... Железная спина у Андрея Петровича, но нет. Спина может быть и железная, а пузо вот немножко просело. Ну и посмотрим, как наша женщина зарубит в углу. Зарубили? Серьезно? Что-то прям унизили. Надеюсь, все живы. Потому что они вроде фуловые были, да, вроде все живы. Ну как же их, простите меня, просто поимели. Я бы все хотел меч купить, но меча пока что не продается. Иллюминейшн, но мне некого кинуть. Ух, а давайте ради интереса вот у нас пойдет Егор. И посмотрим, что он умеет. Ой, ужасное оружие, я проиграю. Я прям сразу вам говорю. Потому что я не понимаю, где хитбоксы этой пушки. Я вроде бы бью, а ничего не происходит. Никакого импакта нет. Вот, ну сейчас он заблокировал. Вот сейчас попал, ладно. Типа надо же крюком попадать, но что-то не попадаю. Странно. Сейчас должен быть такой хороший удар был. Но не прошло, понимаете? Не проходит атака. Просто выкинуть и пойти на кулаках с ним драться. Ой, это был очень хороший обход. Стильно. Надо немножко камеры, я не могу синхронно с ногами двигаться. Давай, хорошую атаку, родной. Байтим. Вот так, в спину. Отходим. И удар в голову. Неплохая комбинация, мне понравилась. Дайте две, как говорится. Как же он блокирует жестко, вы только посмотрите на этого черта. На. Древком бьет наш товарищ. Мансит. По-любому победю. Один хороший удар нужен. Вот такой вот. Отлично, и еще один. Чтобы закрепить успех. Блокирует, блокирует, не хочет проигрывать боец. Иди сюда, говорю я. Ну, не повезло, немножко не повезло. Скажем так, не дожал. Ну, всякое бывает. Это битва, это арена. Тут уже, то лучше так, адепт. А нормального боя для адепта, к сожалению, нету. Есть хорошая дуэлька. А есть ли шанс у меня кого-нибудь? Но у меня... А давайте кинем нашего вот этого мужчину. Он самый у нас толстый, ну, в плане свежий, вот. И посмотрим, что он сможет. Он у нас максимально хорошо экипирован. Недавно купили. Так. Ну, у нас преимущество. У нашего бойца есть щит.
и очень хороший клевец, который бахает даже молоток. Он плотником был, знаменитый плотник. Мне кажется, победа за нами вообще без вариантов. У оппонента даже шлема нет, чтобы как-то защищать голову. Вот о чем я и говорил. Он просто слышит меня. Красавчик. Мое уважение, мужик. Просто лучший чемпион. Так, здесь у нас что? Есть адептные бои? Вот, смотрите. Даблс хороший, даблс. Знаете, тут можно сдохнуть. Но я думаю, мы не сдохнем. То есть идем неок уберем. Не, нельзя, ребят. Опасно. Скирмиш тоже нельзя особо там. Давайте на дуэль мы кинем не знаю кого. Давайте Торвина накинем, посмотрим, что он может. Так, давай. У нас, мне кажется, преимущество, если он прям в клинч войдет, максимально близко к сопернику. Вот видите, о чем я и говорю. Бедренную мышцу порезали, нам правую бицуху порезали. Ну, терпим, терпим. Уворот. Так, давай, давай. Что-то плохо наш товарищ с мачете обращается. А вот сейчас хорошо, по-моему, ухо отрезал. Я, конечно, не эксперт. Опять, слушайте, этот мужчина работает по ногам. Теперь левую бедренную артерию нам порезали. Но наш боец держится, держится. Отлично, зарезал. Просто в район ключицы удар пришелся, по-моему. Но я не уверен. Какая разница, главная победа. Так, адептные бои есть? Есть Фрей. Слушайте. Я даже не уверен. Но давайте пусть она качается. Посмотрим, что она вообще из себя представляет. Но она сейчас как дура побежит в самую гущу битвы. Поехали. Красотка, давай. Где-нибудь сзади подходи. Нормально, дефаемся. Ой-ой-ой. Родная. Отлично. Минус Шикао. Минус трицепс левый у нашей бойчихи. Слушайте, она просто разрезает оппонента. Вы посмотрите. Терпит, терпит. Слушайте, просто выбила пушку. Говорит, она тебе больше не пригодится. Нет бы переждать где-нибудь в уголку. Нет, она бьется как тигр, как лев. За что и получает по лицу. Ну, 2-1. ГГВП, как говорится. Очень подлый товарищ. Я вот тебя запомню и удалю из игры потом. Ну, если она жива, то она очень неплохо прокачалась. Да, она жива, она даже почти не почувствовала. Нормально. Так, Фрей, Новис. Дядя Андрей готов? Знаете, мне кажется, дядя Андрей затащит даже и с таким количеством ХП. Потому что он мужчина. Главное, чтобы на меня не сагрились. Вроде нормально. И у этого мужчины в руках топор дровосека. Вы только посмотрите на него. Сейчас он пойдет рубить дрова. Мне кажется, ты бревно. Минус почка. Мужик, ну прекрати, ну. Как бы дядя Андрей мертв. Придется опять его спасать. Эх. Знаете, в чем проблема? Я просто не понимаю, какого фига они одним ударом убивают людей. Как-то это неправильно, потому что реально одним ударом они перерезают все. Понятия не имею, как это у них работает. И данная механика меня бесит. То есть я там наношу 8000 ударов, а нифига, вообще никакого импакта. А эти псы делают один удар, который просто убивает моих этих, ну, бойцов. Как это работает, непонятно. Явно не в мою сторону работает. Это я вот точно хорошо понял. Как он еще стоит, непонятно. Главное, чтобы мой боец смог выжить. Он умер? Он умер. Ну, сейчас второго победим быстренько. Бэм. Нормально, даже не по своему попал. Ну и чё, ты думаешь, умный, убил моего парня и все? Ты же понимаешь, что у меня для тебя плохие новости, парень. Я тебя просто выкидываю с арены. Он еще огрызаться пытается. Мне кажется, у меня нет шансов. Хотя сейчас один случайный панч в голову дяде Андрею. Профессиональные ворота от Андрюшки. И отличный удар древком, просто в голову. Слушайте, неприлично этот дядя долго держится. На, иди сюда, не встал. Смотрите, как мансит. Как царь мансит. Опа, профессионально. Сейчас, все, последний удар, нет. Последний удар, говорю я. Да смотрите, как, смотрите, что за псина. А, ну, я не знаю, как это произошло. Ну ладно. Всякое бывает, так сказать. Мы сегодня зайдем на арену, алло, утяга. Так, какие у нас хорошие бои? Скирмиш. У меня бойцов мало. Бист. Бист, ну, скорее всего, нас всех победят. Дуэлька. Дуэлька. А в адептах есть дуэлька. Давайте у нас наша неука пойдет дуэлиться, потому что она жесткая. И дуэлиться у нее неплохо получается.
Так, она против парня с клевцом. Ну вот тут шансов маловато, мне кажется. Потому что она как глупая кидает свои выпады. Но пока что первый и второй удар за нашим бойцом. Третий удар за нашим бойцом. Немножко получает по лицу, но бывает. Давай. Ой-ой, сзади в затылок получает топором. Как оппонент стоит? Он уже столько раз... А можно вопрос? Она по шее получала раза 4 и стоит. Один удар в голову нашему бойцу, она просто это. До свидания. Спасибо хотя бы, что жива. Видимо, шлем нормально так спасает. Очень обидно, очень я расстроен. Так, даже не знаю. У нас есть даблс неплохой. Давайте, Андрюха, и Хела не пойдет. Поехали, Андрюха. 6 монеток, мы должны их забрать. Тем более, это вроде как аспирантская дуэль. Вот это оружие мне уже сразу не нравится. Вот ты крыса, смотри, как она подло делает. На, иди отсюда, говорю я. Бэм, не получилось попасть. У меня FPS ушли, поэтому были, скажем так, неполноценные атаки. Хороший удар пришелся по ней. Что-то лагать начало. А, ну ясно, кодировщик уехал. Ребята, сейчас, наверное, на записи будет лагать безумно. Ну, я ничего не могу сделать. Или могу? Если пауза есть, я починю все. Да, починю сейчас. Так, надеюсь, что сейчас будет получше. Так, нам бы не сдохнуть, знаете ли. Она нижние атаки блокирует. Вы можете себе это представить? На, просто уработал ее. Не знаю, почему она встает. Она не должна вставать, вы понимаете? Очень кривая добивающая атака. Понятия не имею, как она работает. И Андрей Петрович тоже, к сожалению, не знает. Ну, наша женщина победила вроде бы. Ты, может, подойдешь, поможешь мне, не? Не хочет, говорит. Я тебе не помогу. Просто подошла, чтобы сдохнуть. Типичные эти помощники. Так, ребята, что-то кодировщик у меня отъезжает. По-моему, компьютер немножко того. У нас Хела не становится адептом. Господи, они качаются, как на дрожжах, вы только посмотрите. Она у нас будет, наверное, щитовиком, давайте. Хотя нет, надо ей броню качнуть, хотя бы первую. Готово. В общем, предыдущая, следующая серии арены будут в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Мне будет очень приятно. Ну а с вами был Хилхёрд. Всем всего хорошего и удачи, ребят. Вы самые лучшие.